Хейо, гайз, с вами Шмики, мы продолжим проходить игру по названию Far Cry 3. Так, у меня, по идее, должна новая сейчас быть шмотка, как я помню. И это у меня должен быть автомат. Ой, надо дробовик какой-то скин или типа того. Ну-ка. Белый, черный, пустой джунгль, лес. Это не то. Белый, черный, джунгль, не то. А где это? Подождите. У меня должен быть новый дробовик. Любимая ру... Ау. И... Я... Тебе... Любимое оружие. Я ж не дроб... Я ж не с дробашом мало хожу, вы о чем? Ладно, ладно, ладно. Не тратим зря время, нам нужно захватить аванпостик. Вот этот вот аванпостик. Туда быстро доберемся на машине, возьмем, доедем. Захватим, захватим здесь аванпост. Может быть. Но нам нужно сюда добраться до места предназначения. Так, что у меня по патронам? Ладно, патронов хватает, я думаю. Блин, вот на калаш бы патроны, ладно. Возьмем машину все-таки, ладно. Я так подумал. Берем машину. Берем машину и отправляемся. Поехали. Цитра, цитра, да, мы встретимся с этой цитрой. Да, музончик, да. Сейчас мы просто с вами врежемся и остановимся. Дальше ехать на этой машине. Там что, снайпер? Или то... Так. Найди работу, найди работу. Заткни замка, сестья мужик. Ясно, понятно. А где снайпер сидит? Ага, нашел. Ну и жара, блин. Лучше пристрелить. Так, ладно, поехали. Ай, черт, ладно. Здесь еще сигналку нужно сломать. Тихо, 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 тихо. Ой-ой, ребята. Чтобы я, главное, в дерьмо сейчас не попал. Пошел бы ты в пизду! Хорош орать на меня! Я еще ищу, да? Не я тот идиот, который под кайфом потерял запас кокса! А, жарко! Как? Почему тихо убийство? Я не понял, произошло там. Я сейчас просто за... Почему?
Я подошел сзади, зарезал его. Плюс 550 охоты. Это не сейчас вообще все будет. Окей. Так, быстрое перемещение. Вот этого нам вот полезная вещь, главное. Я объясню вам позже немножко. Благодаря этим вещам мы сможем с вами по фасту все делать. Лазить и собирать реликвии. Так. Меню. Не меню, а сюда. Карта памяти у нас там, реликвия там. Поблизости есть машины или? Машинки мне нужны. Нету. Херово. Что сказать? Тогда идемте на ванпост по фасту. Так, перезаряжусь. На всякий случай. Так. Готово. Я, блин, почему он не может просто отхилиться сам? Потому что если я сейчас заюзаю, я использую шприц. Катер. Сука. Ладно, поплыли. Это еще плаваю быстро, то что я перк прокачал. Вот с этих перков уж столько, блин. А потратить не на что. Так, вижу одного. Снайпер. Снайпер, это плохо. Сигналку и... Как свинья тут потею. Тихо. Ух. Вот как он меня не заметил? Ладно. Чел, давай, мне нужны патроны. Жопа. Не, я не буду свою. Отверните, пожалуйста. What? Откуда тут трупы? Я сейчас спалился жестко. Сейчас я спалился жестко. Так, ладно. Не очень так смертельно. И убить нужно только этого. Что, блядь, так воняет? Все, готово. Снайперские быстрые действия. 1500. Вау. Это плюс я не обнаружился, да? Так. Быстрое перемещение. Патроны есть? Нет. Но работа еще не закончена. Все, быстро заходим, читаем, что в этой хере написано, и все, и уходим отсюда. Только осталось узнать, где вход. Нашел. Так, где? Раз. Хилка, аптечка. Тут же карта была. А.
Это карта, поехали. Ой, блядь. Барбитураты. Текущее показание барбитуратов, такие как фенобарбитов. Битал. Так, амобарбитал и стекобарбитал. Блять, барбитал ебучий. Делают их беспрекосновенными. Использование и продажа снижается, а после партии оказывается бракованной. Погибло почти два десятки отдыхающих в Майами студентов. Наше окончание, оценка, это состав является убыточным для международного распространения. Окей. Патроны. Так, продаю. Ненужный хлам. Так, патроны для снайперки. Патроны для снайперки. Блядь, где снайперка? Где моя снайпусинка? Где моя снайпусинка, бубочка? Все. Все, есть. Значит, когда мы аванпост захватываем, все открывается. Поехали. Мне нужно теперь сюда. Отсюда я быстро до сюда доплыву. Так, на катере можно это сделать? По фасту будет. Так, ящик взять. Это все я. Это все я. Так, давай. Все ты, все ты. Сейчас свои пучи. Так. Только мне нужно... Ай, посрать. Доберемся. Как-нибудь да доберемся. Сейчас здесь проедем. Объедем, проедем. И до аванпоста доедем. Так, мне кажется, там что-то впереди встречает. Ладно. Скалы! Ладно, все, приехали. Тут непонятно что. Это миль какая-то. Опа, бар. Я еще плюс на них начал бежать. Так, все окей. Так, снайперка. Давайте на гору сразу забираться. Кабаны не нападут, если я не нападу. Начали пугаться. Ебать. Я понял, почему они убегали. Бля, у меня же дробаш был. Ладно. Пришлось потратиться. У меня же дробашек был новенький. Новенький. Так, ладно. Аптечку заюзать. Лучше покажись. Я его вижу. Блять. Смотрите, я валю. Давай, сделай что-нибудь. Да ладно, стреляй, короче, в зуме. Знал бы, не лез. Так, шмотки создать. Шприцы. Так, изготовить. У меня ж точняк, у меня ж 9 штук этих. Вместимости. Еще я по 3 делаю. Так, собираю тогда себе еще лекарства.
Так, сразу. Раз, враг. Так. Там есть сигналка. Там есть сигналка, это плохо. Так, там есть третий тип. Того нас уже трое, да? Ребятишки. Так, а как мне бы так сигнализацию сначала вырубить? Ха, я тут потею, как свинья. Блять, придется идти на ту сторону. Еще есть один? Он меня будет видеть? Ебать их тут. 5 штук, ладно. Хорошо, что они вот такие вот, интеллект хороший. Иду за ним! Иди, иди за мной, иди. Я? Где я? Я у вас за спиной. Вот теперь. А что такое, все? Воу-воу-воу! Аванпост захвачен. 17 минут, 18 минут, пока видео это покажет, пока я все сделаю. Так, перезарядка 500, окей. Облутываю. Мне нужны патроны. Ага, как раз карта памяти. Зайду внутрь, тогда возьму ее. Так, сразу заюзаю. Крэк-кокаин. Источник информации неизвестен, но подробно описывает, как кокаин побывает... добывается из листьев коки и преобразуется в кристаллическую форму под воздействием аммиака или питьевой воды. Отмечено, что это не очень выгодно, невыгодный бизнес, так как крэк дешевле изготавливается на месте, чем завозить откуда-либо. В смысле? А, это я только что читал. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ладно. Штормовая винтовка. Блять, нахуй ты сюда заходишь? Боеприпасы мне нужны вообще. Ой, короче, а не, все боеприпасы не хочу покупать. Винтовка, 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 все есть, все. Да, 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 да. 19 минут, я вам немножко соврал. Зато все, я могу сюда ехать. Блин, нужно будет вышку захватить. Так, ребят, мне очень долго ехать, я возьму вашу машину, окей? Надеюсь, вы не против. Так, мой ближайший путь это куда? По трассе сюда. Все просто ровно едем и там доедем. Да-да-да, едем. Ай, ладно, она на горе, не хочу. Вылазь, вылазь, блять, вылазь. Я знаю, где реликвия.
Хорошо, что я эту херь заметил. Так. Давай сначала лотос соберем на всякий случай. Ныряющий предмет. Ой, изготовить. Да мне вообще посрать. Окей. А у нас одна штука есть. Нужно, значит, синие листья. Изготовлю еще. Так, блять, возьмись. Голубые листья и желтенькие мне нужно, получается, для создания подводного дыхания. Если бы вот это я не увидел, ребят, я бы поплыл дальше, но... Удачи, я эту херь заметил. Значит, здесь что-то есть. О. Ой-ой-ой-ой, тихо. Почему что-то загорается, потом тухнет? По-вашему, я вижу в темноте, в полной темноте? Отнюдь. Отнюдь нет. Быстрее плыви, пока мою машину не сперли. Ебать, вы что, аварию сделали? Вы что, дауны? Ой, тихо-тихо, не-не, у меня ж... Готово. Готово. Раз. О, я еще стрел могу подбирать. Два. Три. Гадость. Нормально. Сейчас еще прокачаем автоподбор вещей. Вот тогда будет вообще нормально. Давай, бери. Все, патроны у меня фулка, фулка. Так, где моя машина? Пробки здесь делаете, водители херовы. Давай, все, поехали. Оу, оу, оу. The forest my wreck is near. Тихо, 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 тихо. Нам тут ехать немножечко. Так. Блять, я не знаю, стоит мне вообще ехать туда. Да, поедем, ладно. Так, вы тут спалили мне реликвию, я видел. Где моя реликвия? Вы ее тут спалили, я ее видел. Я ее видел. Не скрывать ее. Нашел. Бля, придется, кажется, падать мне. А выживу ли я? Опа. С хорошим... С хорошим приземлением меня. С хорошим меня приземлением. Так, ладно. Оп. По мостику доберемся и как раз до точки, скорее всего, дойдем. Указанной для нас. Фух, главное не упасть. Упадем, считай, сдохли. Кого вы целиваете? Пли! Молодец. Черепашек напугали. Где музыка? Почему не... Блин. Не бойтесь, я тут просто птицу бил. Черт. 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 Карта большая, поэтому... Ничего не знаю. Серии 80 будет у нас точно, я вам говорю.
Конечно, это слова, может быть, конечно, будет и меньше. Машина ко мне едет. Стоп. Я сейчас посмотрю карту и возьму вашу машину, скорее всего. Освобождайте. До города нужно доехать. Подождите, это миссия. А мне в город. Я миссию не хочу начинать. Нет. Сохраниться. Бля, я миссию взял, ладно. Зайду, поговорю с этим типочком. И закончим. У нас 4 минуты, я не думаю, что мы за 4 минуты успеем с вами выполнить миссию. Хотя это обычный храм. Храм Цитры. Храм Цитры одновременно и место поклонения, и главный оплот Ракьят. Мне не приходилось бывать внутри, но есть сведения, что за постройками одна из древнейших на острове. В смысле, одна из древнейших на острове. Легенды гласят, что Ракьят наделяет своих воинов огромной силой. Не знаю насчет тебя, но это одна из многих легенд острова, в которых я охота верю. Окей. Верим. Смотрим тогда видосик. Скорее всего, это не очень такая миссия Эйзо? Будет. Стой спокойно, чтобы видели. Терпение. Так. Денис! Сейчас все сделаю. Кто рядом с тобой? Денис. Молодой воин! Я хочу представить его Цитре! Ходите! За мной! Ну давай. У тебя есть 2 минуты 30 секунд, Дениска. Сюда, не отставай. Шустрее можешь? Дай я пройду. О! Побежали. Друг! Сюда! Не хочу ждать, все. Я лучше сам пробегу вот это. Денис, ты привел сюда постороннего. Я нашел того, кто не подведет. Назад! Берхенти! Бартархери. Это сестра Васа. Как он сказал. Покажи свою руку. Это Джейсон. Я о нем уже говорил. Хай. Разве в Америке учат говорить без разрешения? Нет, во Франции. Санапанкабауа. Ты храбр, если смеешься в лицо смерти. Искусно. Я отдам их тебе. Тогда срежу! Я думала, ты любишь шутки. Мало кто из посторонних видел этот храм. И лишь немногие были внутри. Зачем ты здесь? Я ищу силу, чтобы победить Васа и спасти друзей. И это все? Я не поведу в бой свое войско ради тебя. Ты не один из нас. Тогда я стану воином. Очень смешно. Уходи. Него мой брат. Вас? Я готов на все, чтобы вернуть его. Дариканса Херба. Принеси мне то, что потерял. И мы поговорим.
Время. Ух ты. Да, Цитра заметила твой пыл. Принеси то, что потеряно. Что она имела в виду? Выпей. И ответ придет сам собой. Нет. Сейчас же будет что-то. Опасно? Тебе говорит страх. Тебе же нужны силы, чтобы спасти друзей. Да. Тогда пей. Мы слишком часто сдерживаем себя. Представь, как можно быстро достичь успеха, если делать то, что желаешь. Найдите все потерянные письма, чтобы узнать, что происходит на острове во время Второй мировой войны. Происходило. О, черт, о, черт, о, черт! Нет, 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 нет! О, черт! Черт! Еще. Все? Могу я сохраниться? Пожалуйста. Пожалуйста. Блять. Хорошо, давайте тогда мы на этом закончим. И я сразу продолжу. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до встречи, друзья. Всем. До галюнов. Всем пока.